Оператору «Анна Ньюс» удалось выехать на место захваченного штаба боевиков. С Божьей помощью мы захватили штаб боевиков, где была уничтожена большая группа террористов. Вчера было уничтожено от 30 до 40 бандитов. Наше подразделение уничтожает в среднем 10 террористов в день. Вчера в результате контртеррористической операции мы захватили центр управления боевиков в Аль-Кабуне. Было изъято большое количество оружия, документов и печати, а также РПГ, снаряды, гранаты с сточивым газом, автоматы Калашникова, карты, средства связи. Были уничтожены тачанки из ДШК и грузовые автомобили. Мы нашли большое количество документов, удостоверения личности, номера телефонов боевиков. Это печать Сирийской свободной армии. В это время поступила информация, что несколько затаившихся боевиков пытаются выбраться из окружения. Группа бойцов выдвигается для их ликвидации. Приносим извинения за плохо работающую шторку объектива камеры, пострадавшей в ходе съемок. Боевики применяют гранаты. К счастью, бойцы действуют грамотно. Боевики уничтожены. Вот она,
Эта местность контролировалась снайперами бандитов, которые стреляли во все проезжающие машины. Люди гибли ежедневно, как погиб и водитель этого автомобиля. Сирийские граждане противостоят боевикам своей повседневной жизнью, своей работой. Зачистка. Когда боевики чувствуют, что не могут защищаться, они все сжигают и взрывают дома перед наступлением. В освобожденных кварталах Аль-Кабуна жизнь постепенно возвращается в мирное русло. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.